Принять комплексный план по борьбе с раком, создать научный центр. Для раннего выявления и лечения онкологических заболеваний перенимать международный передовой опыт. Эти задачи обозначил в своем послании глава государства. Областной онкологический центр в этом направлении уже ведет большую работу. В прошлом году центром онкологии приобретено новое оборудование для раннего выявления заболевания. Оно позволяет оперативно и точно поставить диагноз, выявить болезнь на самых ранних стадиях. А это очень важно для полного излечения. Видеогастроскоп. Это новый аппарат видеогастроскоп. Его особенность: на экране в HD-качестве мы видим, как протекает заболевание. Эндоскопический прибор дает возможность детально обследовать пищевод, желудок, 12-перстную кишку. Можно все записать на флешку. Прежние фиброгастроскопы были очень неудобными. Год от года повышается квалификация специалистов центра. Здесь выполняются высокотехнологичные операции. Благополучно вышел с операции на легких Николай Кочегаров. Несмотря на послеоперационную слабость, Аксакал дал интервью и наказ молодым. Ну, после операции, конечно, неважно, но все зарастет, как на собаке говорят. И опять же, хочется сказать молодежи, всему виной курево. От курева у меня на легких получилось затемнение. Поэтому молодым людям хочется посоветовать бросить эту отраву, здоровее будете. Проводятся операции высокоспециализированные, высокотехнологические операции. За прошлый год было проведено 536 операций, из них 55 высокоспециализированных операций. По словам онкологов, в регионе наиболее распространены рак легких и желудка. Но опасные для жизни заболевания излечимы. Главное – вовремя их выявить. Для этого необходимо каждому человеку раз в год проходить медицинское обследование, вести здоровый образ жизни. Кристина Алмаскызы, Шолпан Исабекова, Нурлыбек Нурмаханов, телеканал Кызылорда.